И снова здравствуйте, всем привет. И так давно я стал за собой замечать, что перестал вообще делать свои именно болванки тел. Больше пользуюсь уже готовыми. Отсюда есть, конечно, минусы, потому что болванка сама говорит, каким будет персонаж. И поэтому персонажи получаются, ну, не такие, какие бы хотелось бы, да? Это есть такой вопрос и есть такая проблема. Так что давайте попробуем сделать. Давно я не делал именно болванки. Ну, погнали. Рассмотрим этот вопрос. Открываем сферу, вытягиваем сферу. Так, Edit, Make Polymesh, делаем ее активной. Включаем Flur. И первым делом, что делаем, это значит, с помощью будем работать Move Topology и X-симметрия. Так, X-симметрия. Значит, поменьше делаем нашего персонажа, потому что потом при Dynamesh будут проблемы. Чем больше персонаж, тем хуже. Так, намечаем ему грудную клетку, вот эту. Так, теперь что? Намечаем ребра, делаем вот такую вот штуку. Так, это значит, у нас как бы спина будет. Так, ребра чуть пониже. Все, спина намечена, грудина намечена. Я хочу сделать именно такого крупного качка, поэтому вот эту часть я больше растягиваю. Так, есть такое дело. Теперь добавляем Appen, добавляем опять сферу. И будем пока со сферы, ну, возможно, еще потом добавлять какие-нибудь, там, не знаю, торусы, потом всякие детали, короче, из примитивов. Так, это дело мы уменьшаем. Так, есть такие. Ага. И опять, значит, все это дело компонуем с помощью Move Topology. Не смотрите пока на то, что внешний вид будет сначала неказистый. Так, нам нужно создать сначала, так, Ctrl-Z. X-симметрия везде пусть будет включена. Так. Вот такие вот детали. Так, есть такое дело. Наметка прошла. Тут, значит, спина. Добавляем изгиб. Выравниваем. Все, вроде бы нормально. Так, теперь делаем сразу Modify Topology Mirror and Well, чтобы по симметрии все это было. Где-то выглаживаем и опять добавляем append сферу. Сферу можно сразу вот уменьшить. Допустим, сферы, да. Вывести сферу в бок, сделать ее, ну, допустим, еще поменьше. И уже дубликатом понастрогать их побольше. Так, N-панель. Выбираем сферу. Теперь что нам понадобится? Плечевой пояс, правильно? Так, делаем scale, поднимаем сюда побольше, и здесь опять же Move Topology, компонуем вот этот вот плечевой сустав. Вот этот. Так, чуть-чуть его в бок уводим, подгадываем. Вот так уже будет интереснее. Теперь Alt, выбираем еще одну сферу через Alt. Что добавим? Добавим, давайте верхнюю вот эту часть, где идут не широчайшие, а как ее. Да можно и широчайшие добавить. Вот эта вот часть. Вот так ее. Оп. Которая будет уходить здесь вот так на шею. Так, есть такое дело. Чуть-чуть ее можно поднадуть и сделать. И чуть-чуть убрать. Теперь через Alt выбираем еще одну сферу. Подтаскиваем, подгадываем. И здесь вот теперь через X-симметрию давайте наметим шею. Вот так. Это сюда. Уходит чуть повыше. Здесь уже будет голова. Все нормально. Так.
Так, через Alt, это, по-моему, последняя сфера. Делаем еще дубликатов побольше. И через Alt будем их сбоку брать и подгадывать. Так, теперь нам нужно какую-никакую, а голову наметить. Так, это значит вот так. Угу. Черепушка. Сейчас мы ее тоже через X-симметрию придадим ей какую-нибудь форму черепа. Вот так вот. Можно тут челюсть вот так вот сразу вытянуть. Или добавить уже Ctrl-Z. Добавить еще вот одну сферу через Alt. Левая кнопка мыши. Подгадываем, подтаскиваем. И сейчас вот потихоньку пойдем вниз. Так. Опять же X. Симметрию включаем. Это буква X. Клавиша X. Так. Тут также добавляется со сфер нос. И так, всякие части. Сейчас будем все это дело потихоньку рассматривать. У качка челюсть должна быть чуть побольше. Ну и через Alt выбираем шею и чуть-чуть ее делаем поменьше, чтобы она не стыковалась, значит, вот с нашей челюстью, вот с этой. Вот так. Значит, через Alt тогда нам понадобится побольше сделать черепушку. Вот так. Ну вот уже интереснее. Через Alt выбираем, значит, нашу сферу. Это будет у нас уже грудная мышца. Мы ее делаем сплюснутой. Подгадываем, подтаскиваем, побольше так выставляем. Вот так, еще растягиваем. Угу. Ну а теперь опять же с помощью Morph Topology. Так, тут можно уже кисточку чуть побольше поставить. Эту часть кидаем, значит, к плечевому поясу, а эту часть чуть-чуть на укос. Так, еще что у нее тут присутствует, это вот так вот, квадратная такая гнездовая грудина. Ну и можно ее чуть-чуть поближе подвинуть к этой части. Вот так как-то. Так, фур нам больше не понадобится. Все у нас по симметрии установлено. Через Alt. Значит, что делаем? Нам понадобится теперь самая важная часть. Это вот это вот. Угу. Ставим X-симметрию. И попробуем преобразить ее именно в таз. Так, эту повыше поднимаем. Вот подальше. Так, это будет как бы кость. Вот так вот. Ну а здесь под ноги выемка. Так, есть и эта штука. Ну, чтобы видеть персонажа, давайте полностью тогда по симметрии все это дело прогоним. Угу. Так, через Alt выбираем сферу, проверяем, а еще есть, присутствуют сферы. Так, теперь мы добавляем, что? Добавляем ягодицы, да? Так, это побольше, это побольше. Подтягиваем вот сюда. И здесь давайте тоже с помощью Morph Topology уведем ее к спине. Чуть-чуть в эту сторону. Так. Вот таким вот образом поднадуем и уведем как бы вот сюда поближе. Так, есть такое дело. Вот так все это дело компонуется. Ну, поиграем теперь со спиной, со сферами. Так. Сфера последняя. Делаем ей теперь опять же. Давайте побольше дубликатов. Вытаскиваем сферу. Вытаскиваем ее вот сюда. Вытягиваем.
И с помощью Move Topology, с помощью Gizmo чуть-чуть ее, наверное, сплюснем. Так. Перекручиваем. И вот здесь уже вытягиваем вот эту мышцу. Хорошо, если не знаете, где какая мышца идет, то скачайте книжку, как она называется, «Анатомия для скульпторов». Прикольная. Помогает очень хорошо в работе, когда забыл что-то как. Так, эта мышца есть. Ну, опять же, через... Так, давайте сделаем Mira N12, чтобы видеть все это дело. Так, это вот сюда уходит. Потом еще будем тут компоновать, корректировать. Так, теперь через Alt давайте добавим широчайшие. Так, это значит Scale. Так, это значит сплюснем. Подтянем вот сюда. Теперь еще вот так сплюснем. И с помощью Move Topology опять натягиваем. Шифтом выглаживаем. Потом все можно это сделать в ремеш и дайномеш. Не проблема. Так, это значит подальше идет на спину. Так, значит теперь что у нас получается? Грудина. Вот здесь надо ее поменьше. Чтобы увидеть вот эту мышцу. Так, вот так. Она вот сюда уходит. Здесь еще мелкие мышцы. Так, ну, что-то в этом духе. Так, через Alt тогда вытягиваем побольше в эту сторону плечевую вот эту мышцу и поближе ее как бы к шейной, вот к этой. Можно даже чуть-чуть ее, наверное, подальше отвести. Вот так. Но тогда нужно будет вот эту мышцу тоже натянуть к ней поближе. Во. Ну, вот таким вот образом составляется, значит, персонаж. Намечаем через Alt ноги. Так. Вытягиваем. Здесь можно использовать, конечно, еще цилиндры. А потом цилиндры обтягивать именно уже мясом. Так. Ну, сделаем побольше вот так. И здесь уже просто придадим форму вот этой ноге. Так. Здесь тоже ее поднадуем. Так, есть такая штука. Через Alt опять же выбираем сферу и подставляем сферу вот сюда. Так. Эта сфера у нас будет вот здесь вот компоновать вот эту часть ноги. Так, сюда ее. Все нормально. Здесь еще добавляются, значит, эти мышцы. Так, это вот сюда. Это вот сюда вот так уходит. Ну, а здесь можно колену надуть. Так. Сюда поднадуем, в эту сторону, чтобы ноги не стыковались близко друг к другу. Так, теперь опять же через Alt сферу выбираем. Делаем ей Scale, делаем ей вытяжку. Подставляем вот сюда. Она должна быть чуть-чуть поменьше. Так, и нога должна, наверное, еще меньше быть, поэтому чуть повыше подтянем. Так. И сюда чуть-чуть ее шифтом. Вот так. Наметим. Так, здесь она тоже делается плюснутой. Все это будем еще сейчас компоновать, выравнивать. Так, вот это дело сюда.
и чуть-чуть перекрутку в кривь. Вот она должна, вот эта кость, чуть-чуть изогнутая быть, как бы дугой. Так. Угу. Тут еще вот в чем вопрос. Делать по симметрии, ну как, допустим, можно ноги сделать маленькие, тело очень крупное, руки большие, допустим. Но здесь уже зависит от персонажа. Так, теперь что? Наметим, значит, вот эту часть. Это будет стопа. Вот так как-то. Здесь можно ее уже порезать. Ctrl-Shift, Trim Rect. Вот так. Здесь будут пальцы, тоже можно обрезать. Ну а здесь, и тут можно порезать, в принципе. Вот такая болванка, вот такая заготовка. Так, здесь она чуть-чуть поднимается. Тут будет подъем, тут пятка. Так, теперь через Alt выбираем вот эту, значит, ногу. Шифтом выглаживаем. Так. Смотрим, как она будет выглядеть сбоку. Ну, вроде бы нормально. Ну и делаем всему этому мира Entwell, чтобы видеть, как они тут, чтобы не, вот видите, тут уже срослись, ну это нормально. Здесь потом можно будет пролепливать. Так, это тоже нормально, чуть поменьше. Здесь тоже уклоны. Все пойдет. Теперь делаем колено. Не обязательно, конечно, вот эту часть добавлять. Ну, чтобы модель была более-менее правильная. Так, тоже ее сплюснем. И колено должно у нас как бы квадратом быть. Сейчас вот такая штукенция. Так, теперь выбираем ногу и чуть-чуть на нее вот сюда делаем нахлесты вот эти. Ну, тут можно еще, конечно, сферу добавить и растянуть. Но здесь вот у качков вот это она как бы изогнутая нога. Так, теперь через Alt Mirror and Well получается вот такая штука. Добавляем пресс. Значит, добавляем append. Так. Опять его уменьшаем. Уводим в бок и делаем ему опять же дубликаты побольше. Теперь выбираем одну сферу. Вытягиваем. Так, Alt можно повернуть и вытяжку сделать вот в эту сторону, допустим. Так, это делаем scale и добавляем вот сюда. Персонаж у меня будет стоять в А-позе. Так, есть такое дело. Так, можно сделать вот этой части тоже дубликат. И вытянуть в эту сторону. Только руку ровно не надо делать. Чуть-чуть надо как бы под углом, чтобы локоть определился. Так. Так. Вот так. И через Alt вот эту тоже корректируем, подгоняем. Так, здесь можно шифтом чуть поменьше. Тут еще будут сейчас мышцы, как в прошлых роликах я показывал. Ну так, так, теперь что еще? Боковые добавляем мышцы. Так, а пресс. Я же хотел пресс добавить. Давайте Scale. Выводим вперед. Сплюснем и подставим, где вот у него находится вот эта часть. Так, под душу. Вот так.
ставим x симметрию и вот это все дело вот так вот компонуем. Есть такое дело. Теперь еще, значит, выбираем сферу и добавляем ее вот на бок вот сюда. Так, это значит вытягиваем, сплюснем, ну и с помощью Morphology подкорректируем здесь вот эту мышцу, вот эту. Оп. Угу. Тут чуть-чуть ее повышим. Ну и шифтом выгладить. Делаем Mirror and Well. Ну вот, получается уже заготовка вот такого персонажа. Так, ягодицы тоже Mirror and Well. Ну и чуть-чуть, так, Ctrl-Z, X-симметрия. Так, и чуть-чуть вот здесь придавливаем. Так, здесь тоже чуть-чуть вот так. Еще побольше, во. Ну, а здесь уже потом будем добавлять выпуклости в пухлости. Так. Угу. Так, прикольно. И через Alt надуваем широчайшую. Вот так вот. Раз, два. Так, теперь добавляем к голене. Так, и вытягиваем чуть-чуть вот так вот в бок. А здесь притирку вот так вот. Угу. Здесь она меньше вылазит, вот эта голень, а с той стороны чуть-чуть побольше. Так, это вот так, и можно через Ctrl, значит, гизма Ctrl продублировать, вот так ее поставить, все равно здесь она будет спаянная. Вот так вот. Ну, по полигонажу, ну, по полигруппам она, конечно, будет тоже отдельная. Так. Это вот сюда. Это чуть пониже. Вот. Это уже получается у нас голеня. Так. Здесь, значит, теперь потоньше. Прям намного. Вот так. Здесь тоже к пятке. И шифтом, шифтом, шифтом делаем ее поменьше. Во. Так, есть такое дело. Теперь давайте наметим кисти рук. Так, можно еще даже с задней вот этой частью поработать. Так, вытаскиваем. Последняя сфера опять же остается. Делаем дубликат, дубликат. И вот здесь еще можно добавить мышцы сзади. Сейчас, ага. Вот сюда. Перекрутка. Подгонка.
сплю с ним. И с помощью Moftopology здесь ее вот так вот зафиксируем. Здесь тоже идет две мышцы. Вот так они держат вот этот, вот эту поясницу. Но только она как бы вглубь идет и наезд на вот эту часть. Так, это значит, поставил я ее не туда. Угу. Так. Control. Вот так вот. Подгонку. Mira and Velpo. Что получается? А получается, через Shift выглаживаем, все вроде бы нормально. Так. Mira and Velpo. Так, вот эту часть тоже нужно немножко сделать поменьше. Вот так вот, да? Тогда вот эти части тоже потоньше. Вот. Так, что еще у нас тут получается? Здесь тоже две мышцы идут тонкие. Вот здесь вот сзади ягодиц. И впереди тоже. Вот здесь еще одна мышца сбоку. Давайте ее тоже добавим. Так, это значит вытягиваем, поднимаем, выводим вперед колено. Угу. Шифтом. И как бы вот сюда она уходит. Вот так вот. Раз. Так, опа. Вот так. И две мышцы. Можно вот эту тоже продублировать. Ну или через Alt взять еще вот эту часть сферы. И получается подставить эти мышцы назад. Вот сюда вытягиваем. Так вот раз. И уменьшаем. Scale делаем. Подставляем их вот сюда к задней части. И вытягиваем, компонуем. Значит, она вот тут идет, уходит. Вот сюда. Теперь делаем транспоз гизму. И вот сюда вытягиваем еще одну. Она выходит вот в эту сторону. Так, и уходит. Вот здесь вот будет уже как впадина. Так, это через Alt. Здесь вот впадина. Так. Угу. Тут она поменьше, потоньше идет. Так, ну и тут, конечно, вот тоже мышца. Так. Так, остается у нас наметить, значит, вот эти кисти рук. Вот просто поставим вот эту перекрутку, сделаем. Вот сюда ее подставим. Так. Вот таким вот образом. Теперь, опять же, с помощью Moftopology придаем внешний вид просто, ну как, схематично будущих кисти рук. Здесь пальцы будут потом выходить. Здесь можно натяжечку чуть сделать. Так, и делаем Mira and Well. Теперь что можно сделать? Опять же добавляем append, добавляем сферу, уменьшаем ее, выводим в бок. Пальцы уже можно делать с цилиндров. Ну, можно и со сферы, не суть вопроса.
Так, теперь что еще делаем? А нам нужно теперь опять же делать дубликаты и делать бицуху. Так, это уже по прошлым роликам. Через Alt делаем перекруточку. И вот так вот, опа, компонуем сюда бицуху. Вот так вот. Чуть-чуть ее, значит, сплюснем. Тоже чуть-чуть подкорректируем вот так вот. Так, теперь нам понадобится что? Понадобится через... так. Ну, давайте через Ctrl вытащим еще вот эту часть, раз она тут уже находится. Так, делаем ей... Сплюснем, делаем ей Scale. Ага, одну часть перекручиваем вот сюда. И через Ctrl еще одну вытягиваем. Это будет трицепс. Так, это уже, значит, тоже сплюснем. И уведем вот так вовнутрь. Так. Теперь трицепс компонуем. Он тоже должен быть надутый, но прилегать хорошо к кости. Так, это тоже вот таким вот образом сделаем трицепс. Здесь у нас выходит, значит, бицуха. Тоже вот здесь она потоньше, и здесь чуть вот так вот вытяжка делается так. Здесь она тоже потоньше. Так, тут еще одна мышца должна быть маленькая. Ну, в принципе, есть такое дело. Так, здесь поменьше. Через Alt выбираем сферу, и вот здесь вот тогда уже. Так, опять же нужно компоновать руку. Так, короче, вот эта часть уходит сюда. Это натяжечка в эту сторону. Но это вот ссылку на ролик, где я делал вот эту руку, оставлю в описании. Так, здесь она чуть поменьше. Ну, а тут опять же через Ctrl можно. Так, раз это уже пойдет она вот с этой стороны, с внутренней части, должна выходить вот сюда, вот так вот, раз, и к этой мышце. Ctrl-I. Так. Так, эта часть делается потоньше. Тут сейчас локоть еще надо добавить. Ну и пробуем, значит, через Alt. Mirror and Well. Тик-тик-тик-тик-тик. Что еще тут можно добавить? Ну, можно добавить мышцы шеи. Вот здесь вот две полосы. Так, вот эти части можно чуть-чуть поменьше так их подтянуть. Ну и с ногами тут теперь нужно работать более-менее, придавать им вот эту вот правильную форму. Допустим, вот выглаживать побольше, поменьше. Так, здесь вот делать вот эти вот впадины. Ну тут уже будет
прилепки это все дело, когда все объединится. Вот так, это будет уже лепка исправлять. Дополнять, добавлять. Так, это вот сюда. Так, побольше надо поставить. Тут еще косточки боковые надо добавлять. Так, это стопа поменьше. Так, в эту сторону побольше. Так, под пальцы тоже поменьше. Ну вот уже более-менее симпатично. Так, теперь через Alt вот эту Mira N12. Так, ну и пальцы надо добавлять. Сюда на пальцы, на ноги тоже пальцы. Где-то корректировать, где-то еще подбиться, допустим, уже с анатомией. Так, вот здесь вот пролепить уже можно, в принципе, не суть вопроса. Так, теперь что? Ну, давайте еще вот эту израсходуем. Так, это будет локоть. Так. Так, так, так. Подгадываем. Вытягиваем. Увеличиваем, возможно, даже. Ну, а тут тянем, вытягиваем, подгадываем. Это уже будет локоть. Так. Вот так вот. Это получается вот такой принцип, значит. Создается вот такая вот болванка. Потом это все дело объединяется. Где-то вытягивается, налепливается масса. Уже можно здесь его сделать совсем другим по форме. Допустим, вверх еще больше увеличить. Руки еще больше попышнее, ноги поменьше сделать. Но уже вот болванка есть. Вот такая штука. Так, а это уже не нужно, конечно, показывать. Но если надо кому-то, то вот уменьшается это дело все. Перекручивается и добавляется, допустим, нос. Так, это через Alt. Вот так. Еще раз Кайл. Ну, уже персонаж вроде бы с носом уже что-то как-то. Так, теперь что еще можно сделать? Ну, если сделать Dynamesh вот этому, ну, в принципе, можно без Dynamesh просто массу накидать, форму создать. Clay Buildup, Brush. Потом выходит автомаскинг, Bug Face Mask, симметрия X, Ctrl-Z, на двоечку обязательно, больше не делайте. Потом он слишком слояки накладывает. Так, здесь у нас через Alt можем что-то выдавить. Поднакидать какую-то форму, допустим, тип лица. Так, а я еще уши не поставил. Беда. Так, добавляем. Или есть еще сфера? А ну-ка. Не, закончились, да? Ну, тогда сделаем с носа. Через Ctrl вытащим в бок дубликат. Вытягиваем. Растягиваем. Кверху тоже вытягиваем. Опа. Уменьшаем под... Подгоняем, значит, к голове. Перекручиваем чуть-чуть. И вот ставим на уровне глаз. Так, тут теперь можно тоже... Так, Ctrl-Z. Ctrl-N. Опять же вытягиваем нашего персонажа. Нажал я на Edit.
Так, и теперь, значит, у нас Move Topology. Ну, надо ухо много, так бы, как бы, придать ему форму, что ли. А здесь поменьше. Ну и сделать геометрии. Так, Modify Topology Mirror and Well. Во. Вот получается вот такая заготовка персонажа. Ну а что получится потом с этой болванки, уже давайте в следующих роликах будем смотреть. Так, вот такая штука. Долговато, конечно, поэтому я стараюсь это время сэкономить и взять уже готовую болванку и работать просто с массой. Ну согласитесь, вот когда вы вот набросали вот такого персонажа, сейчас, если это все объединить, это будет лепиться вообще бомба по нему, и он будет совсем выглядеть по-другому, нежели с болванки вы сделаете идентичного, допустим, персонажа. Все, всем до свидания, всем пока, до следующих роликов.